Если бы я решился рассказать об этом. Если бы. Интересно. С чего бы я начал? Сегодня к нам приехала группа ученых с новым экспонатом. Это самый ценный экземпляр, когда-либо находившийся в нашей лаборатории. Long before the springtime is due, and even though it's snowing, violets are growing. I know why, and so do you. Или стоило бы вас предупредить, что это правдивая история о любви и утрате. И о монстре, который пытался все разрушить. Последний раз спрашиваю. Где он? Элайза, дорогая, он идет за тобой.